Привет, всем хорошего дня или вечера, кто когда смотрит. Хочу немножко поговорить сейчас вот про вот эту вот драгоценную орхидею, лудизию свою. Давно я ее не показывала. Вообще, честно говоря, в какой-то момент я вообще разочаровалась и думала вообще ее выкину или подарю кому-нибудь, потому что не знала, как найти к ней подход. Но в какой-то момент вот я ее посадила вот в такую вазочку. Вот, прямоугольную. Не знаю, может быть, конечно, тут и много грунта, может быть, можно было и поменьше, но вот я так сделала, уже потом трогать не стала. И знаете, фитонию сюда воткнула, которая чахла вообще сразу. И вот они вдвоем у меня тут сидят. В какой-то момент сначала я закрывала пакетиком сверху, было закрыто полностью. Закрытая система, и я практически не поливала ее, так вот полила, и все, вообще очень долго стояла. Вот, начала мне лудизия расти, фитония, кстати, начала расти, она очень сильно выросла с того момента, с которого вот я ее воткнула, она просто погибала, вот именно вот этот сорт. То есть, если все сорта фитонии стоят нормально, то вот это вот прям чахло. Вот, и пришлось даже открыть пакетик, честно говоря, переживала, думала, все, сейчас что-то все погибнет, все, ну, что, больше я, если только купить такую же вазу и сверху там, да, ее поставить, ну, это вообще какой-то, не знаю, колба какая-то получится. Ну, кстати, идея, может быть, я подумаю над этим. Ну, ладно, не суть. Сейчас, по крайней мере, вот на улице январь, дома очень сухо, батареи топятся как бешеные. Вот, но, вы знаете, вот она так растет. Растет, и причем очень активно растет. Она такая прям выросла у меня большая. Вот она уже какая вот. Ну, вот это вот то, что я пробрызгиваю. Извините, вымыть там внутри сложно. Это я все переломаю, чтобы там все это протереть. Вот. И видите, она какая у меня большая. То есть, какая она у меня была маленькая. Там даже где-то видео на канале. Я тут сама его нашла, сама смотрела. Думаю, боже, какая она была вообще крохотная. Два или три листочка. Она была прям вот совсем малышка. А сейчас она вот такая уже выросла, достаточно большая. Вот. И что я тут нечаянно обнаружила? Вообще просто случайно. Как взяла, чтобы вот здесь вот уж совсем протереть, потому что, ну, брызгаю все время, да, и на стекло попадает. Там она стоит среди других цветов, которые я тоже периодически пшикаю. Ну, не то, что периодически, их вообще постоянно пшикаю цветы. Очень дома у меня жарко. Ну вот, и смотрите, что я обнаружила. Моя лудизия дала деточку. Она пошла расти, ей все понравилось. Представляете? Не знаю, хоть аквариум для нее покупай. Но аквариум мне поставить, к сожалению, некуда. И что делать, я пока, честно говоря, не знаю. Вот, ну так интересно, да, сидит она вон там, а деточка вот здесь. Сюда пришел, видимо, корень. Потому что я вот смотрю, вот тут вот корешочки беленькие, вон, видите? Подсветочку попробую включить. Не знаю, стало лучше или не стало. Ну вот, видите, вот. Вот. И вот у меня такая деточка. Мне кажется, без подсветки значительно, не знаю, может быть и лучше. Вот, в общем, такая вот моя красоточка. Так что находите подход к этим орхидеям. Они достаточно, конечно, капризны. Не зря вот они так и называются. Так что драгоценные. Вот они действительно драгоценные орхидеи. И, но они не для открытого грунта все-таки, не для горшков вот открытых как-то все-таки, мне так кажется. Не знаю, может быть, это у меня так, но вроде у подружки то же самое. Она говорит, сидит вообще не с места. Нам вместе с ней дарили, когда мы Тиланти покупали. Вот. Так что, смотрите, какая красивая.
Знаете, есть очень много сортов, конечно, этих драгоценных орхидей. Очень нравятся они мне, но для них все-таки надо тогда покупать аквариум. Аквариум и вот их отдельно выращивать. Так что вот для тех, кто думают покупать себе орхидеи, вот эту, не покупать, подумайте 1000 раз. Потому что на самом деле, смотрите, какая красота, да? На самом деле это все не просто так. Ну, по крайней мере, именно у меня. Может быть, у кого-то более влажная, да, обстановка дома, так вот, так скажем. То есть другой регион, не так, нету отопления вообще где-то там, да, в южных странах. Или оно совсем такое легкое-легкое. Вот у меня отопление очень большое, прям. Смотрите, какая красивая фитония. Честно говоря, вот не передает камера, но у нее листочки прям переливаются, как будто с перламутром с каким-то. Вот, а камера этого не передает. Прям такой блеск стоит. Вот я сейчас камеру включила, вот именно вот подсветку, и сама это увидела. До этого вот я, так, честно говоря, так этого не видела. Вот, смотрите, какая. В общем, вот они так у меня вдвоем и сидят тут, вот в этой вазе. Не знаю, может что-то пошире им пока попробовать купить. Ну, совсем чуть-чуть пошире. Но вот боюсь трогать, как я их оттуда буду вытаскивать. Ну, в принципе, аккуратно с комом с этим, если только. Ну, не знаю. В общем, пока трогать точно не буду. Зимой трогать не буду, а летом уже подумаю, делаю я что-то или нет. Ну, вот такая вот моя красота. Вообще красота, конечно. Очень красиво смотрится. Ну, вот все, что я хотела сказать. Кто-то, наверное, скажет, ничего не сказала. Но как по мне, так я много сказала. Именно что связано со мной, с моим опытом. Больше года она у меня сидела в простом горшке. Вот больше года, не совру. И вообще не росла. Мучилась, подыхала, умирала, не росла. Так что вот попробуйте. Вот такой совет вам. Попробуйте хотя бы воткнуть пока в вазу. У меня здесь совсем легкий грунт, очень много мха, кора такая прям измельченная. И, по-моему, у меня здесь торф. Вот. Ну, какие-то разрыхлители. То есть очень-очень пышная, прям вот пышная-пышная. Никак вообще, чтобы не прессовалась эта почва. И внизу, видите, у меня дренаж обязательно, потому что в вазе же ты не сделаешь дырки. Не поливаю я прям вот вообще прям по чуть-чуть. Вот очень редко и по чуть-чуть. Ну вот все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Всем спасибо, кто со мной, кто смотрит меня, кто ставит мне лайки, пишите мне комментарии. Отвечаю всем. Ну все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.